Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы рассмотреть очередную халяву. Итак, поехали. Сегодня 14 июня и можно какие-то игры забрать навсегда в Стиме, где-то еще что-то. Давайте смотреть, что сейчас есть на данный момент. Итак, первоначально в Стиме можно забрать игру Layers of Fear. Это хороший такой психологический хоррор, в общем ужастик. Справа вы можете видеть игровой процесс. Да, ходите, бродите, и в общем вас там пытаются всячески убить и напугать. Кому нравится такой жанр, обязательно не пропустите. Значит, у игры есть как коллекционные карточки, так и русский язык. Тут в общем огонь. Как забрать? Переходите на страничку игры в Стиме, ссылка будет в описании. Само собой авторизуетесь, то есть вводите логин и пароль, ну и забираете. Жмете установить, она должна оказаться у вас в библиотеке. Если оказалось, все останется там навсегда. В общем, ссылочка в описании. Не забывайте, что игра будет раздаваться ограниченное время, поэтому сообщите друзьям. Она уже раздается где-то сутки, поэтому обычно пару суток раздаются игры. Может, это и чуть побольше будет. Но, в общем, скоро free limited time, то есть бесплатно ограниченное время. Спешите, сообщите друзьям. Дальше, следующая игра, о которой я хотел бы рассказать, которую тоже в Стиме можно забрать бесплатно, это Friday, пятница 13-я, киллер пазл. То есть, да, такая мультяшная вроде бы, но, казалось бы, очень положительные отзывы ей выстрелили, поставили. То есть, достойно, видимо, с юмором выставили всю эту ситуацию, историю с Джейсоном. В общем, мясо, головоломка, насилие многим понравилось. Поэтому можете попробовать. Что у нас есть тут, кстати, коллекционные карточки есть для одного игрока и так далее. В общем, неплохо, и русский язык есть. Что нужно сделать, чтобы забрать? Тоже переходим на страничку игры в Стиме, авторизовываемся, не забываем, жмем играть, и она останется у вас, ну, в любом случае, она вроде бы и бесплатна, но все-таки, если кто не знал, можно урвать, коллекционные карточки тоже есть. Дальше еще что хотелось бы сообщить, Lawbreakers стала таки бесплатной. Напомню, что данная игра вообще позиционировалась как очень крутой такой сетевой шутан. И так оно, в общем-то, и есть. Но игра вышла, скорее всего, в неудачное время, когда уже было засилие и Overwatch, и PUBG, и других различных, и Paladins. И тут Lawbreakers вышла платной. То есть отчасти это ее, конечно, и погубило. Но сейчас ее все-таки сделали бесплатной, хотя это у нее был антирекорд. У нее онлайн был крайне низкий, там чуть ли не в пару человек оставалось уже в конце ее жизненного пути. В итоге ее сделали сейчас бесплатной. Как забрать? Просто переходим на страничку игры в Стиме, попробуем поднять там онлайн, давайте, потому что игра действительно, смотрите, какой приятный графен, то есть смотрится действительно достойно. Единственное, что таких технических проблем там тоже нет. Единственное, что нужно просто поднять там онлайн. Поэтому сейчас, после того, как она стала бесплатной, возможно, затащит. Посмотрим. Значит, а так все огонь, и коллекционные карточки здесь тоже есть. Я, кстати, тоже такой думаю, дай посмотрю, а вдруг после она уже где-то бесплатно несколько дней стала, думаю, дай зайду, посмотрю, может оказалось в топ-100 хотя бы Стима по онлайну, там, ну, тут вот сотня, это 2-4 тысячи там человек. Нет, не оказалось пока, к сожалению, не вышло в топ-100, поэтому, но все-таки, кстати, вот этот Layers of Fear, который вот сейчас тоже вот первую игру я говорил забрать в Стиме, смотрите, у Layers of Fear как поднялся максимальный онлайн 145 тысяч человек. Это вот смотрите, какой сумасшедший скачок. То есть это вот бесплатно забрали, пока раздача идет. В общем, Lawbreakers пока онлайн не поднялся сумасшедшим образом, но будем надеяться. Смотрите, как выглядит хорошо. Очень приятно. Забираем, поднимаем онлайн. Ссылка в описании. Дальше, что из любопытного хотел рассказать. Да, не забывайте, что продолжается раздача на For Honor. И все еще раздача бесплатных игр. И значит, сегодня уже 14 июня, 3 дня For Honor раздается. И вот фактически еще, судя по всему, 4 дня будет раздаваться. Но может быть и нет. Все-таки не забывайте, For Honor сейчас все еще можно забрать бесплатно, если кто-то еще не урвал. Что нужно? Просто или зарегистрироваться, вот ссылочка на официальном сайте забрать, или в Uplay заходите, я уже показывал. То есть предыдущее видео, посмотрите, успейте урвать For Honor. Многие уже играют, урвали, поэтому не забывайте. Дальше, хотелось бы еще сообщить, что Quake Champions еще бесплатен. Также можете успеть урвать, ему осталось, ну, до 18 числа, кстати, тоже. Еще 4 дня, еще есть возможность урвать Quake Champions. Тоже заходим, забираем и огонь, играем по сети, чуть что. Из раздач пока все на данный момент, но что хотел сказать, сейчас проходит очень много скидок в Стиме. Из-за любопытного, что хотел сказать, Dying Light, да, вторую часть уже анонсировали, скоро выйдет, но первая часть все равно очень крутая, и на нее скидон сейчас действует в 60%, то есть вместо 1200 она стоит сейчас 480 рублей.
Я, кстати, посмотрел в топах сейчас по онлайну. Да, Dying Light тоже здесь вот находится, кстати, постоянный онлайн там есть, поэтому можете чуть что 480 рублей прибрать, так сказать, к рукам. Да и вообще, переходите в Steam сейчас, переходим вот в графу скидки. Сейчас на все просто сумасшедшие скидки тоже здесь. Может быть, что-то не упустите и урвать себе, потому что скидки сейчас огромные. Все, все ссылки будут в описании. Продолжает Даша следить за различной халявой, а вы не забывайте смотреть на ссылочки в описании, в том числе вот будет ссылочка на статейку, в которой я собираю всю-всю-всю эту халяву. Здесь все оформил, сейчас и это видео прикреплю, ссылка будет в описании. Плюс не забывайте, что вы можете вместе со мной добавлять крутые новостейки из мира видеоигр на сайт rmpc.by в раздел блоги, инструкция в описании. Все, продолжает Даша следить за различными халявами, раздачами. С вами был Алекс из сайта rmpc.by. Спасибо за просмотр.